принимать решения. Вот, допустим, вы думаете, я знаете, какая влюбчивая баба? Это же ужас какой-то. Это вот фильм смотрели про лису, которая вот так, ах, зайчик, какой ты красивый, вот, ах, волк, там, да, какой красивый. Но я научилась говорить себе, стоп, так, я знаю, что я хочу. Да, это сложный путь. Да, я абсолютно четко поняла не просто, что я хочу, а чего я не хочу тоже. Это тоже спасибо тем, кто был со мной, чтобы это понять. Вот, и, ребята, что стоим-то, заходите, здесь такая девушка красивая сидит. Хорошо, тут Лера Бош подъехала, да, многие знают, наверное. Всем привет. Привет, привет, милая, заходи. Так скандально, как написано в записке «Охотница», скорее это такой путеводитель, который в первую очередь начинает с себя. То есть мы все хотим лучшего. Это вообще известная история, никто этого не скрывает, и всегда все мамы, все подружки, все, и вы сами хотите для себя самого лучшего, правильно? И когда говорят, ой, она тянется с деньгами, не буду говорить, кто, но нормально же сижу. Вот, я к тому, что девочка должна быть с характером. Это нормальная история. Мы люди, мы не можем постоянно вот как бы сидеть как кошечки, мы кошечки, мы, конечно, должны в это играть, это нормально. Мы должны мужчин гладить по макушке, целовать и говорить, что он самый лучший. Но, тем не менее, иногда коготки показывать. За это мужчины, собственно, и это нормально, поэтому претендуешь, соответствуй. О завышенном самомнении. Я согласна, очень много девочек считают, что она достаточно внешних данных, но Москва и вообще жизнь, она штука такая... Быстро учит. Поэтому, можно сказать, выживают сильнейшие, но работа над собой, когда ты ищешь себя, занимаясь, да, каким-то любимым делом, ваша жизнь... Не хочу, чтобы девочки... Поэтому я желаю вам счастья. У следующей подруги мужа, только не уводите. Скажите, а вот можно мне с вами, простите, о писюнах мы говорим? То есть мы говорим вообще обо всем, и о высоком, и о не очень... Как бы разные вещи. Вот. Я маленького разное бывает, знаете ли, вот не так важен размер лодки, как волнение океана. Вот так вот мы считаем мужчины на самом деле. Мама моя подруга и очень вообще какие-то. Я даже не помню, что пубертат, когда был у меня переходный, чтобы мы ссорились. Я не помню такого, конечно, я, как все подростки, наверное, иногда сходила с ума, особенно когда меня отправляли учиться в Англию, я вообще там делов натворила, что у меня депортация грозила, так что хух, еще там. Вот, но мама очень правильно все отношения с мамой выстраивала, она никогда мне ничего не запрещала, не ругала, но она высказывала свое мнение на ту или иную позицию. Когда моя мама высказывает мнение, это, знаете ли, как бы, ну, то очень сложно не услышать, очень сложно. Вот, поэтому я ее на охоту, да, добывали нам. Это мужчины, да. Сейчас мы дадим вам микрофон, заходите ближе. Заходите, садитесь, здесь есть, по-моему, места еще, заходите. А женщина, она создавала как раз уже в подаренном ей доме, там, да, уже уют. Я думаю, что ни одна женщина не скажет, что да ладно, не буду, я сама себе все куплю. Я сама себе куплю, потому что мне же надо жить где-то, пока я ищу-то этого красивого. Понимаете? Но опять же, вот у меня подруга приехала, вот детство стоит. Она работает в очень крупной компании, конечно, ей тяжело будет найти мужа, но, опять же, претендуешь, соответствует. Мы недавно с ней сидели на кухне, поверите. То есть у нее есть то, сё, третье, десятое, которое она добилась сама. Автоматически мужчина как бы вдруг. Вот с этой планочки уже мы пошли. То есть... Он прибалдел. Он говорит, так, ты через два дня заходишь. Я говорю, отлично, отлично, захожу, повеселимся. И замотала меня, потому что в какой-то момент у меня просто началась дилемма. На реаль-шоу, я думаю, что Лера, вот все, кто связан с этим, знают. Ты продаешь душу дьяволу, абсолютно точно. Ты идешь на сделки, которые какие-то моральные, да, которые ты в жизни бы, ну, вряд ли бы ты это сделал, да. Но как бы оправдывая себя, что это нужно для рейтинга, для твоего... В чем заключается будущее? Либо ты уходишь сейчас, и ты, собственно,
просто себя как пушечное мясо, то есть тебя зритель посмотрел, не запомнил, до свидания, ты ничего не приобрел вообще, потратил время свое, да? Либо ты остаешься, нарабатываешь себе медийную площадку, да, делая свою, чтобы сделать потом какой-то свой проект. Вот, собственно, и все. И вот я вот тут сижу такая, все красивая теперь. Я ушла на дом 2, и такое счастье случилось, что я забеременела. Все хорошо, родила. У меня дочки 4. Я хочу быть за мужчиной. Да, я понимаю, что это у меня и нрав, у многих нрав. Но тем не менее. И это не говорит о том, что ты не найдется на тебя какой-то мужчина. Слушай, ты нашелся же. Не буду.